Всем привет, друзья. Сегодня у меня Huawei Ascend Y210 модель. Будем менять тач. Телефон не разбирался. Это хорошо. Выключаем. Разбираем. Черные одинаковые винты. Снимаем батарею. Отстегиваем заднюю крышку. Так. Первый раз попался в руки такой телефон. Думаю, что сложного в нем ничего нету. Сняли. Ну, пыльный смартфончик. Отстегиваем разъем тачскрина, пристегиваем новый. Ставим батарею. Батарею придется придержать. Так, кнопка включения у нас наверху. Включаем смартфон. Логотип появился, загружаем. Загрузили телефон, пробуем тач. Все работает. Отвалился тачскрин. Итак, можно менять. Давайте посмотрим, что здесь нам нужно было сделать. Я имею в виду, снимать материнку или нет. Давайте снимем. Так. Отключаем кнопкой кнопки звука. Что у нас здесь еще? Кнопка включения. Давайте снимем ее. Сидит на скотче. Аккуратно. Опа. Отстегнули системную плату вместе с экраном. Смотрим. Что у нас здесь? У нас здесь рамка с тачскрином. Нагреваем рамку.
350 градусов стоит у меня. Снимаем тач. Давай с рамки. Так, что у нас здесь есть? Ничего нету. Драйвер заклеен. Обычный скотч. Удалим его. Так, смотрим, проклеили ли у нас тач. Тач у нас, по-моему, проклеен. Да. Можно, можно не проклеивать. Итак, снимаем пластик. Вставляем тачскрин. Так, здесь я оставил небольшой отпечаток пальца, когда у нас отлетел дисплейный модуль системной платой. Точнее, дисплей. Удаляем. Вставляем. Просто на защелках. Кнопка включения. Разъем кнопок. Все очень просто, элементарно. Любой сможет это сделать. Никаких опасных моментов. Включаем, проверяем. Возвращаем клиенту. Цена замены. Цена замены у нас здесь не стоит. Порядка 15 евро, не больше. Всем спасибо за внимание, друзья, с вами был Дов, удачи в ремонте.